Привет, народ! Вы на канале LPS Blog. Сегодня я вам покажу подарки от Насти Пэты. Много нового другое, которое я нашла у себя дома и которое мне подарила Настя. Я была у нее вчера в гостях, и она мне сделала подарки. Сейчас вам покажу Пэтов. Вот таких Пэтов мне подарила Настя. Такой вот ленивец из большого набора. И вот такой вот маленький Пэт. У меня таких теперь маленьких, вот таких вот пэтов 4, а вот таких вот, ну не знаю, нормально. Дальше хочу показать, пока с ним ничего не случилось, мой слайм. Мы его купили сами, купили там фиолетовый и зеленый. Я их смешала, он классно кликает, пахнет яблоком, такой он глиттерный. Хорошо тянется, мне он очень нравится. Дальше идет вот такая вот Барби. Это мы тоже купили сами, она мне попалась в Kinder Surprise. У меня есть еще такие вот как тоже Барби, которая как с поднятой тоже ногой и в зеленой кофте. Вот такие вот от Барби наклейки шли. Потом наклею их в свой дневник. Вот. Сумочку от Барби можно использовать к Пэтам. Красивая. У меня есть такие две сумочки, уже говорила, от другой Барби. Можно использовать как куклу для Пэтов. Дальше вещи, которые я нашла дома у себя. Такая вот сумочка нашла в наборе с четырьмя куклами из Холодного Сердца. Где был фон, который я использую в видео. Это фон как бы зимний и летний. Дальше из этого же набора такая вот скрипочка. Я это для Пэтов они пригодятся вообще. Дальше идет такое вот зеркальце. Какой-то обезьянка или мишка, не знаю. Пони. Такая вот. А дальше идут вещи для Сабины. Вещей у нее много, но это те, которые я вот только сегодня нашла. Это она у меня гадалка, поэтому для нее это будет магический шар. Помню, что купила его на ярмарке в школе. Тут Юпитер, Дино. За 5 рублей его покупала. Дальше идут вот такие вот вишенки. Стерки, ластики. Вот такой вот бокал. Дальше продолжаем то, что мне подарила Настя. Ах да, вот еще у Сабины давно-давно уже есть такой вот единорожка. Так вот, продолжаем. Настя мне подарила еще вот такую вот шкатулочку. Это будет кровать для Сабинки. Вот тут вот такой вот телефончик, который я сделала сама. Вот. В кроватке шла вот такая вот тряпочка, которую Настя вырезала сама. Она вот так вот складывается, кладется в кроватку. Вот. Вот так вот получается. Дальше Настя подарила мне аксессуары. Самодельный телефон. iPhone. Вот такой вот еще телефончик. Книга, которая открывается. Это, наверное, от Лего. Вот, про драконов. Дальше. Дальше идет оружие для Сабины. Такой вот. Трезубец. В общем, сейчас вам разложу. Настя, спасибо тебе большое за то, что ты мне подарила такие замечательные подарки. Ах да, вот еще забыла, из того набора с куклами шла вот такая расчесочка. Ну вот так вот, особенно мне понравились аксессуары для Сабины. Они мне очень нужны, буду снимать их видео. Продолжение сериала «Неудавшийся клон». Не знаю когда, но может быть сегодня, но попозже. Пока, народ, вы были на канале LPS Blog, с вами была Сабина. Пока-пока, спасибо за просмотр.